И всем привет, с вами я. Ой, Топчик. Да, сейчас здесь мне что-то тут случилось. Почему-то некоторые пропало. Ладно, не суть. С вами я, Топчик, и сегодня будет новый мой сериал. Ну, не новый сериал, а сериал «Нелюбимая дочь». Да. Ну, сперва подпишитесь и поставьте лайк, чтобы не пропускать новые видео. Да, не пропускать. А я начинаю. Так. Сейчас ждите. На там шапане, круто пахнет на коне. У него огромный план, чинобрак. Это семейка нашлась, да, это семейка. Получается, это дочь Эвелина, мама Ксюша, папа. Так, Макс и нелюбимая дочь Светлана. Да, не спрашивайте почему. Так, мы начинаем еще раз, повторяю. Так, дети, это вот наш дом. Да, пришлось заплатить, что было. Да, денег у нас еще много. Но сразу говорю, не дам деньги, понимаете, не дам. Просто так. Так, дети. Проходим. Ой. Так, Светлана, это твоя комната. Так. Эвелина, это твоя комната. Вот. Будем тебя называть М. Пофиг. Вот это твоя комната. Вот. Мам, у меня есть один к тебе вопрос. А зачем мне этот столик? Понимаешь, доченька, ты будешь нам помогать с работой. То есть упаковываются казики. А сейчас, Макс, помоги отодвинуть столик, пожалуйста. Да-да, сейчас сделаю. И... О, все отодвинул. Это твой сейф. Ясно? Круто, очень круто. А можно посмотреть комнату, это... Светланы? Тоненько, понимаешь? У Светланы даже смотреть-то нечего. Ну, если так желаешь, посмотри. Так, ну-ка, ну-ка. О, боже, что это у нее за ужас? Мама, объясни мне, пожалуйста, что это такое? Тоненько, не ходи сюда. Понимаешь? Просто на всю жизнь испортила. У него рак, понимаешь? Рак. Мама, не может никакого быть у него рака. Я с ним вообще-то общаюсь. Если ты ее так ненавидишь, значит нечего ее гнобить. Я, мама, приказываю, чтобы ты ей сменила комнату. Но никаких «но», мама. Чтобы завтра была нормальная комната. Нужна комната такая классная. Ой, минуту. Если на эту гадину мы потратим больше денег. Понимаешь? Эх, понимаю. Ладно. Ма, а где стул? Точно, мы же стол забыли купить. Ладно, попозже тебе купим. Ну, все равно, твое спецзадание. Ты будешь там сюда ложить заказы, упаковывать точнее, если ты это делать умеешь. И да, плюс, дочь от нас отличается, совсем отличается. Во-первых, у нее черные волосы, во-вторых, они кудрявые. И в-третьих, поведение. Мама, так у тебя тоже волосы вообще-то это кудрявые. Ну не совсем же, дочь. Так, какой, пошли, пожалуйста, уже в другую комнату. Ладно, пойдем. Угу,
Светлан, не обижайся так. Понимаешь, бывает у мамы такое. Просто понимаешь, ты помладше меня, я тебе немного постарше. Да, не обращай внимания на пустяки и на обижание, на обиду. Я всегда с тобой рядом буду, хорошо? Хорошо, я не забуду твои слова никогда. А теперь давай во что-нибудь поиграем или что-нибудь поедим. Поголодалась путевки сюда. Ладно, давай поедим что-нибудь. Давай, пошли. Ого, ничего себе. Вот это да. Мы... Текло, нет, будет ясно. Так, я что-то не поняла. А что тут делают Светланы? Скажите мне, пожалуйста. Светланы не должно быть в этой замечательной комнате. Если ты не понимаешь, то спроси. Тебя спрашивать вообще учили? Ах, точно, вы же еще даже не ходили в школу, в детский садик. Ну, не суть. Короче, еще раз сюда приберешься, ты получишь или меня, ясно? Ой. Мама, а ничего страшного, что мы проголодались? Даже она проголодалась. Так что нечего делать замечания. Да-да, не буду мешать. Да-да-да. Как же она меня бесит. Ну, что будем брать? Ну, не знаю, предлагаю тебе взять. Какой ты из этого будешь? Ну, я буду розовый. Я шоколадный. Ну, ладно. Ой, ничего страшного, это пластик. Пластик? Мне подумалось, это такое стекло. Ладно, пошли на улицу сядем. Давай. Там же какая сидульки есть такие. И сидульки, ты поняла? Прикольно, правда? Какого? Вкусно. Мне клубничное. Мне правда шоколадное. Давай вот друг друга попробуем. Давай. У тебя вкусно. У тебя тоже. Ладно, меняемся. Вкусно. Давай тут оставим. Давай. Пошли. Куда пойдем? Не знаю, давай у меня что-нибудь поделаем. Давай. А то у тебя в комнате без обеда мрачно. Давай попытаемся сдвинуть еще. Давай. Ну вот мы отлично сдвинули. О, можно посидеть? Да, сиди. Так. О, посмотри, что есть. Слушай, а можешь меня сегодня поночевать? Ну ладно. Есть мама, конечно, не разозлится. Ладно. О. Ти-ти-ти-ти-ти. Ома, а что ты тут делаешь? Знаешь, дочь, что я решила? Я решила, ты будешь рекламщицей. Ты будешь раздавать рекламу в магазин, для нашего магазина. Ясно? Но... Никаких «но» будешь работать, ясно? Так, потом нужно мне распечатать. Так. Или ты сама распечатать хочешь? А, короче, тебя никто не спрашивал, печатать будешь ты. Все. Я пошла, мне надо свои дела доделывать. Эх, ну ладно.
Слушай, а как мне распечатывать? Все равно же не на чем печатать. Хм, ну, возможно, мы сегодня поедем в магазин закупаться чем-то, одеждой, там, техникой. И вот, возможно, можем взять компьютер и написать рекламу. А ведь правда. Спасибо, мама, когда мы поедем закупаться? Хорошо. Мама, когда мы закупаться поедем? Солнышко, мы поедем сегодня закупаться. А что, что-то надо тебе? Да нет, просто спросила. Ладно, не пойду. Кстати, у меня есть один к тебе вопрос. А кто это будет продавцом? Я или ты? Я все решила. Потом тебе объясню, когда будет первый день работы. Хорошо. А когда мы будем начинать работать? Послезавтра. Ля-ля-ля. Че, когда закупаться поедем? Сегодня? А, ясно. Я тут еще немного подслушала. У нас первый день работы будет завтра. Ой, то есть послезавтра. Ясно. Еще успею подготовиться. Мы успеем, хорошо? Надо. Вот часа уже прошло. Какого фига она вообще тут? Скажи мне, пожалуйста. Мы просто с ней играли. Мы весело поиграли вскоре. И поразговаривали. Почему, мама, ты на нее так влияешь? Кстати, что такое? Давайте собираемся. Вообще будем закупаться. Ладно. Дорогой, иди закупаться. То есть собирайся, мы у тебя ждем. Да ладно. Офигеть. Ой, я не знаю тоже. Ой-ой-ой-ой-ой. Как будто ли я начинал. Ладно, поехали. Так, вот мы и приехали. Пошлите за техникой. Так, а где продавец? Странно как-то. Так, дорогой, дошли. И ты как озявра отойди. Ну ладно. Так, короче, дети. Ама первая идет закупаться. Потом... А чё, кого? Не видите эту девушку, ту самую? Типа описывает. Ясно. Она весь магазин ограбила, ясно? Не обращайте внимания, всю чушь. Короче, ладно, берем карточку. Все равно никого нет. Эмма, иди первая закупайся. На самом деле я... Ой, на всякий пожарный я заплачу. Хорошо. Любой, что захочешь возьми. Будет, да, кстати, с тобой вторая карта. Угу. Угу. Так. Хочу взять телефон с видеоананасом. Так, и еще. Я хочу такой себе компьютер. Да. Все. Так, давайте. Так. Опа. Опа. Так. Слышь, Светлан. Ну, Света, какая разница? Будем снести все это. Ладно. А, хотя, иди пока что ей. Теперь иди бери. Так.
я хочу, получается... Да, ну, получается, я хочу взять себе такое с лягушкой. Это с лягушкой. Угу. Все. Деточка, они жигнули? Ну, ма, все, бери что-то одно. Это одно. То есть две. Вот именно что две. А нужно одно. Так, не заставляй ее гнуться. Нашу любимую Эмму. Ладно. Так, какую давай еще возьмешь себе? Как же... Так. Я возьму себе такой. Ну, я возьму золотой, такой желтый. Какая разница? Все мы взяли. Короче. Постоложим. Иди плати. Ну, ладно. Все, давайте едем на второй этаж. Так, все, мы приехали. Мне пришлось держать эту дугу. Так. Ладно. Пока что тебя принесу снова. Ой. Как от тебя потом-то воняет. Так. Давай кактус. Ложь пока что. Короче, как всегда, Эмма первая. Ладно. Я, получается, возьму такой комбинезончик. Возьму такой вот дождевик. Такую соску возьму. И вот такие памперсы. Также возьму еще... такую кофточку. Еще одну такую пару обычных памперсов возьму. Я пока что подержу. Так. Все. Давай. Уже второй ставка подарков. Ну, типа подарков. Все, теперь Света ты, вонючка. Я хочу взять себе такую вот кофточку. Одну пару вот таких памперсов. Соску. Такую одежду. Комбинезон. Такие памперсы. Итак. Хочу взять еще себе сосиску. Так, кстати, бери еще себе игрушку. Угу. Так. Еще не забудьте себе горшочки. Ага, я возьму себе желтую. Желтый горшок. Так. Пора уже тебя упаковывать. Придется на ручках нести. Ну, памперсы хотя бы можешь. Так как это... Ой, какие памперсы? Горшочек. Так какой он легкий, ясно? Возьму себе фиолетовый. Да, игрушку еще возьму себе. Вот такую. Отличный выбор, дочь. Так. Опа. Все. Опа. Оп. Ой, так. Возьму еще себе. Так. Еще возьму эту кепочку. Все, я сделала себе выбор. Они жирнули, деточка. Ма.
Пожалуйста. Ладно, валяй. Так. Опс. Дальше не забывай, ты будешь это все нести. Ладно, так уж и быть, неси еще. Помогай. Эх, ладно. Все, а тебе домой. Короче, мы все пришли, приехали. Да слезь ты уже с меня. Так, короче. Давайте разбираться вместе. Идем в комнату Эммы. Даже и ты иди, Светлана. Светлана, иди сюда. Короче. Вот. А вот. Все. Нотск разбирай. А вот карточку мне. Опа. Это чей телефон? Мой. Тут наши. Да, тут наши. Там, тут, там ваши. Там ваши. Так. Угу. Следующее. Говно. 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 Опа. Опа. Такс. Компьютер. Угу, так. Игрушка. Какая-то. Это. Принцесса. Какашка. Опа. Так. Опа, опа, Ганнам Стайл. Так. Опа, Ганнам Стайл. И. Такс. Опа. Разделите, короче, одежду. Ну, некоторые однозначно свет им. Так. Поставлю сюда крышочек. Опа. Ну, а я лично поставлю вот сюда. Ой. Да ёшкин кот. Ну, вот у себя одежду не купили. Ладно. Потом лично себе закупим. Так. Бери. Пошли. Угу. Так, опа, опа. Опс. Это моя, это моя. Так, карточка. Тут здесь будет общее. Все, давай. Иди сюда. Ну ладно. Опа. Короче, это я. Брала я. Так, кто это был? Я. Короче, так, я. Так, я. Так, бери. Ой. Я. Оп. Кашу надену. Так, все, теперь давай разбираться с техникой. Угу. Короче, я была. И так я. Так, кошку это была. Я, ты и ты.
Вот, теперь давай разбирай. Мне еще убирать придется, ладно. Так, все было. Так. Давай готовься к ночевке. Ладно. Так, ладно, посижу в телефончике. Опа. Посидим. Опа, кто это говорит? Алло, здравствуйте. Здравствуй, девочка. У тебя есть газ дома? И вообще-то одна дома. Нет, я не одна дома. А с кем? С мамой и папой. У тебя дома есть газ? Нету. Ну тогда ладно. О боже. Спасибо, посидела. Шаинцы мне звонили. Нифа себе. Вот это сюрприз. Ладно. Пожалуй, я посижу. Кто звонит? Алло. Здравствуйте. Здравствуй, точнее. У тебя есть карточка? Нету. Ты одна дома? Нет. А, получается, родители дома, да? И сестра младшая. Ну, по сестру-то я ничего не спрашивал. Короче, продиктуй, пожалуйста, номер карточки. В мыслях. Я затроллю, как одна ютуберша затроллила мошенников. Ладно. Хорошо, сейчас выхожу за карточкой. Ждем. Мамуль, дай, пожалуйста, карточку. Зачем? Надо. Ладно. То потом вернула. Хорошо. Так. Все пришло. Так, пароль. Видите? И. Так. Ладно. И. Д. Д. И. Ж. В. Ж. О. П. У. Баланс сработал. Ха-ха-ха-ха. Теперь пора карточку отдать. И еще. Так, держите. Ой, держите. Ля-ля-ля. Что с ней? Не знаю. Ну вот. Что вы на меня смотрите? Спасать его кто-нибудь будет?